прекрасный зимний день студенческая видеостудия «Конспект» приветствует всех с экранов Полоцкого государственного университета. Полоцкий государственный университет – один из лучших вузов страны. Классический университет европейского типа. Но так ли все идеально? Сотрудники студенческой видеостудии «Конспект» пообщались со студентами нашего университета и выяснили, что им по душе, а что хотелось бы изменить. Смотрим! Днем мы все ближе и ближе к тому, что 2018 год подходит к своему завершению, и останутся лишь воспоминания. Согласитесь, ведь именно яркие моменты помогают нам согреться в самые холодные и морозные дни. Лучший способ, по мнению студенческой видеостудии «Конспект», это вспомнить приятные моменты студенческой жизни. Моменты, которые не оставят вас равнодушными. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Год оставляет за собой прекрасные воспоминания и теплые эмоции. 2018-й запомнится яркими моментами, которые невозможно стереть из своей памяти. Уверены, что первокурсники 2018 года никогда не забудут один из самых волнительных моментов их студенческой жизни – посвящение в студенты. Серыми днями греет душу и поднимает настроение мысль о пестрых зонтиках и ярком фестивале. Мы встречали гостей из других стран и городов, знакомились, пели песни, праздновали и отдыхали все вместе. Этот год показал жителям Новополоцка, как умеет зажигать Полоцкий государственный университет. Теплые майские дни каждый студент вспоминает с улыбкой. Проходя аллею славы, мысленно начинаешь равняться на лучших из лучших, а в юбилейный год они особенно талантливы. Моменты, когда ловишь волну креативности, всплывают в памяти три дня интенсива. Полное погружение в сферу пиар и знакомство с амбициозными, оригинальными и просто потрясающими ребятами. Заходя в актовый зал, кажется, слышишь, как громко болеют за свой родной факультет студенты. И сразу же перед глазами дебют 2018. Первое официальное знакомство с университетом, первые робкие шаги. Этот год стал важным для каждого первокурсника, ведь это год, когда начался их интересный путь студента ПГУ. Мы 24 часа находились в одном помещении, интенсивно работали, не спали и были безумно благодарны за такой опыт. Снежными вечерами невозможно не вспомнить про тот беззаботный и безгранично веселый день, который был наполнен легкостью и самыми искренними эмоциями. Но несмотря на все эти прекрасные воспоминания, всегда нужно помнить о том, что в будущем нас ждет много нового, интересного и увлекательного.
мы не должны зацикливаться на прошлом. Давайте вместе смело шагать в наше светлое будущее. Самое главное, чтобы рядом были прекрасные люди. Тогда наступающий год будет еще более незабываемым. Ну что, вы ощутили атмосферу тепла и уюта? Пишите нам свое мнение в социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграм. А на этом наш выпуск подходит к завершению. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!